Приветствую вас, дорогие мои козероги. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас с вами новенький прогноз. Такого раньше я не делала. Вот, как вы заметили, называется он «Дела домашние». То есть мы сегодня будем говорить о делах, которые непосредственно касаются дома, семьи, родни. В общем, нашего вот такого самого-самого-самого близкого. Нашей крепости. Дом – моя крепость, говорят, да? Так вот, сегодня прогноз будет о нашей крепости. Итак, какая же будет погода в доме нашем, в вашем, дорогие мои козероги, в августе 2019 года? Колоду я уже перемешала, она у меня готовая. Итак, начнем. Фон месяца, друзья мои, фон месяца, погода в доме. Ну, скажем так, общий прогноз получился, ну, вполне нормальный. Вот. Единственное, вот такое идет ощущение, как вроде бы в августе будете на каком-то распутье. Да, на каком-то распутье. Какой-то у вас импульс появится или извне будет какой-то толчок, что вполне вероятно, положительный толчок, понимаете, очень положительный. И вас это зажжет. Зажжет настолько сильно, что даже, как говорится, вы своих намерений и планов, ну, можете не то чтобы испугаться, но они вам будут доставлять беспокойство. Типа, куда я замахнулась, да ну этого не может быть, ой-ой-ой-ой, получится, не получится. Но будет хотеться, понимаете, будет хотеться. И поэтому, вот, можно сказать, одной ножкой вы уже ступили на эту стезю, но другую ножку вот никак не можете перенести из-за того, что вот опасаетесь, а вдруг не получится, а вдруг не получится. Да, хорошие новости вам со стороны придут, из ближайшего окружения. Очень хорошие новости, они вас взбодрят. Может быть, даже, знаете, перемешают все ваши какие-то денежные планы, что ли. И ваши денежки, можно так даже выразиться, ваши денежки потекут по другому руслу. Вот из-за этих ваших планов и из-за этого вашего нового огонька и факела в душе. Не исключаю такую возможность, что кто-то начнет дома подрабатывать, причем подрабатывать в интернете. Это для вас стезя будет новая, неизведанная. И, конечно, вы будете опасаться, что получится, не получится. То есть, в принципе, вы результата даже предположить не можете. Но, тем не менее, вы рискнете туда окунуться, рискнете попробовать. Вот. Ну, в основном, вот, мне кажется, за счет того, что вот какой-то пример со стороны, что ли, или кто-то, может быть, из ваших знакомых, близких знакомых, скажет, ну, давай, давай, вот, слушай, у тебя получится. В августе, друзья, еще вот что добавлю. Появятся у вас какие-то по хозяйству новые наметки.
они будут трудновыполнимы, эти задачи. То есть надо очень-очень сильно постараться. И тут больше зависит от ваших усилий, изворотливости, навыки, способностей, вот что-то вот такое. Вот. Но будут планы у вас что-то сделать. Не исключено, что к вам переедут родители жить. Как-то увеличение вроде бы как семьи идет, понимаете? Может быть, даже за счет рождения ребенка. Может, в связи с рождением ребенка вот у вас такой подъем, радость, и в то же время столько забот навалилось, а столько хлопот, как говорится, крутись, успевайся. Успевай, крутись. Да, и деньги потребовались дополнительные. Ну вот еще добавлю. Как вроде у вас в августе начнется какая-то перестройка в отношениях между членами семьи. Перезагрузка, если можно так выразиться. Что-то должно поменяться. По крайней мере, вы хотите это поменять. Еще вот, знаете, идет, если говорить об отношении с родственниками, то такое ощущение, как вроде бы вам особо и не до них. Вы настолько погружены в свои дела, мало внимания уделять будете своим родственникам, а то, может, и вообще не будете уделять. Не до них будет, вот как-то так, не до них. Ну и они, похоже, тоже особо не будут стремиться к общению. Не потому, что они не хотят, нет. Ну, у каждого свои дела. Ну, просто вот так, вот такой месяц будет у вас. Зато общение с вашими детьми, внуками очень такое интересненькое будет. Драйвовое, если можно так выразиться. Возможно, вы заразитесь их энергетикой и в общении будете чувствовать себя вот таким же молодым, как ваши дети. Как-то на одной волне с ними будете, но только не вот именно на детской волне, а не дети на вашей волне. Хорошие отношения. Не исключены в августе, друзья мои, поездки за деньгами. Ну, поездки не длинные, в принципе. Ну, и как я вот уже выразилась, что зарабатывание через интернет вполне возможно. Пополнение кошелька за счет вот этого вида подработки. Вот еще, знаете, пожалуй, последнее, наверное, что я скажу. Что-то вы затеваете. Что-то вы такое затеваете интересное. Но не афишируете, конечно. Вот такое ощущение, как вроде вы кому-то хотите насолить. Или кто-то вам насолил, и вы хотите дать обратку. Но это таким, знаете, таким фоном идет. Особо на семью не влияет, но тем не менее. Оно у вас в голове вот может держаться. Уж не знаю, где это. Но это семьи, конечно, не касается, вот, судя по картам. Это, скорее всего, где-то на стороне что-то вот такое. По семье у вас, да, какая-то перезагрузочка ожидается, но она, знаете, не повредит. Не повредит, она только будет на пользу. А вот тайные мысли ваши, они, скорее всего, связаны с каким-то вашим ближайшим окружением. И это ближайшее окружение, возможно, к вам не очень ровно дышит. Ну, кто-то вам мешает, может быть, я не знаю. Вот какая-то засела у вас в голове заноза. Что надо дать обратку. Надо, ну, не совсем, чтобы уж отомстить, но вот как-то отыграться, поставить людей на место или человека на место. Ну, вот успокоить собственную душу. Вот такие карты выпали, друзья мои. Что выпало, то выпало. Уж простите, как говорится, не кидайте в меня тапками. Я всегда хочу, чтобы хорошие карты выпадали. Ложить всегда хорошие карты, это не в моих силах. Это не в моих силах. Это уже не прогноз будет. Это будет просто подтасовка какая-то фактов. Ну, тем не менее. Фон очень хороший. Солнышко у вас точно засветится. И это самое главное. Самое главное, что это солнышко вас просто вот приподнимет, обрадует, даст силы, вольет силы, что-то вы начнете менять, дома менять, в семье менять, отношения начнете менять в семье. Как-то вот так вот, друзья мои. Пусть у вас все сложится, пусть у вас все будет хорошо.
Дай Бог вам счастья. И до новых встреч на моем канале.